по ярмарке, которая у нас традиционно проходит в островной части города, на факел социализма, высказываются разные предложения, и они очень имеют разный характер. Кто-то за то, чтобы проводить на факел социализма ярмарку, части населения крайне не нравится, потому что идет ограничение движения, мусор, ну, с мусором мы стараемся перенести порядок. Я обращаюсь ко всем жителям, особенно островной части, делаю предложение о том, если все-таки есть такая необходимость, то в какую часть города перенести уличную торговую островную часть, с тем, чтобы это было и удобно для жителей, и не прекращало дорожное движение в субботний день. Но, пожалуйста, обращаясь и через средства массовой информации, и к коллегам здесь присутствующим, делайте предложение, с которым мы смогли рассмотреть и предложить для жителей более удобные, если такая имеется, более удобные площадки для уличной торговли на территории островной части города.